Всем привет, Валерьяныч с вами. Продолжаем бояться черной дылды, которая меня пытается насажать. В прошлый раз неожиданно обошлось без смертей. Только это как чужой там что-то тупил, в общем. Я под столом сидел и трясся, он так мимо меня прошел и как бы это даже внимания не обратил. Там Рипли. Или может он настолько это как типа, ну че ты? Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если это тварь появится? Застрелиться рекомендую. Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом какого-то. Так, это все плохо, да? Не мусорите в вагонах. Так. У нас мало времени. Что делать-то? И чё? Ну, мало времени. Что-то он сам по себе, сама по себе бегать начал. Давай сохранимся. Чужой устал, остался на предыдущей станции надолго, правда, его там, как-то он там задержится или нет, я не знаю. Блин, опять ничего я построить не могу, не могу. Ой, я опять не могу, блин. Нет, давай, револьвер. Револьвер пока самая бесполезная вещь, которую я здесь нашел. Против чужих нихера не помогает. Ой, чужих. В чужого я даже не пытался стрелять. В андроидов шмалял. Нихера не помогло, в общем. Keep out. На Факсиксон. Угу. Так, это что такое? Как попасть туда? Восстановить подачу энергии. Понятно. Так, здесь все переломано. Аполло. Союз Аполло, Союз Аполло. Пошли наверх. Так, что делаем? Найти помощь для Тейлор. Медикаменты. Тауэрлинг. О, опять трупы, бля. Охренеть так-то. Атмосферно. Питалова надо обратно врубить. Так, карта. Что у нас с картой? Хоба. Госпиталь. Хлам опять не собирается. Заперто. Плазменный. Вот сейчас плазменный рюкзак я найду, наверное. Или чё? Или нет? Давай пошли. Чё это? А, окошко открывается. Эй, там, помощь нужна? Мне нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. А, камера. Хоба. Поднимайся, я открыл тебе лифт. А как бы ты, интересно, вел себя, если бы сейчас зашел... Давай быстрее, что ты там копаешься? Чё, блин, хороший райд. Так, везде все заперто, да? А как бы ты это, к чему я говорю, как бы ты себя повел, если вместо меня был бы это, ну, у меня же героиня, был бы мужик там с револьвером, мощный, накачанный, злобный.
Так. Ну, здесь все доброе, наверное. Наверное. Через дверь даже не пытайся. Она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Опять рюкзак это сраный нужен. А откуда ты видишь? А, вон камера висит. Поворачивайся за мной. Опа. Батарейки для фонаря. Так, вентиляцию вижу. Полезли. Да я и не боюсь, я просто еще не понял опасности, связанных с шахтой, в смысле. По тем, к которым я лажу, чужой не лазит. По крайней мере, я пока не видел его. Так, и чё это? Куда это я? Давай батарейку поменяем. Ой, да ладно. Батарейка полностью зарядилась, охереть. Надо было всё-таки потратить её до конца. Опять пропуск. Опять восстановить подачу энергии. Сейчас у нас не лучшие времена. Ну да. В смысле, ну да. Вы о чем вообще? Дебилы, что ли? Так, здесь опять ворота заперты. Угу. Здесь, наверное, не просто так сохранялка. Ну, вон он сидит. Доктор Кульман. Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да. Я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Блять, я откуда знаю, кто такой Морли, где он там живет, ну... Так, это здесь. Лицом щелкает. О. И чё, ты куда? Хоп, ну пошли, ну. В смысле, а я чё делаю? Ой, блядь, русский перевод такой. Дебильный. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой. Те, кто не смог адаптироваться к... Говорите, куда идти. Космосе. В смысле не туда? Дай хоть исследовать-то. Не туда, блядь. Так, я сразу же могу сказать, что... Так, давай. Я не потерплю к себе такого отношения, Морли. Понятно? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как
Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности? Какое перспективное было место. Какая трагедия. Какой талант пропадает. Ой, заткнись, а. Пациенты, которым необходима медикаментозная поддержка, особенно в нынешних условиях. Я не позволю ущемлять их интересы. Считай это официальным предупреждением. И не думай, что я блефую. Это не просто так. Сейчас сюда чужой припрется. По-любому, по-любасам, как говорится. Так, сюда я пришел. Туда. Туда-сюда. Ой, нифига сюда. О, чужой, я же говорю. Так, флэр сразу. От солнца и естественных биоритмов земной жизни нетрудно сойти с ума. Печальное зрелище, что ни говори, трагедия. Но Морли тратил слишком уж много времени на этих несчастных. Просто не надо было сюда налетать, как и всем нам. Ага. Как бы всем нам. Так, здесь нихера нет. Возвращаемся. Ой. О, чувак. С выпущенными кишками. Чего нельзя сделать-то, бляха-муха? И так нихера нет еще. Сенсор тут бросать приходится. О. Вы стоите на вершине холма. Отсюда открывается вид на ваш дом. Вы далеко, но дом у вас как на ладони. А я слышал вы знаете, где-то. Что можете вернуться. Что вы чувствуете? Ну, и чё? Камера для душевнобольных, при всем уважении. Давай, здесь что скажут, о. Вы на природе, пригревает солнышко, вокруг вас, друзья, что вы чувствуете? Счастье, что чувствую, блин. Они реально откуда-то это взяли, я уже это слышал где-то. О, а здесь кровище, и чувак лежит. Давай. Вы видите перед собой крепкий и теплый скафандр. Вы надеваете его. Вы отделены от всего мира. Вы слышите свое ровное, спокойное дыхание. Проблемы не могут к вам пробиться. Вы в одиночестве, но вам ничто не угрожает. Что вы чувствуете? Император защитит. Ксеносы должны подохнуть. Еретики тоже. Давай. Блять, опять сенсор. Ой. Начинает мне тут про скафандр рассказываем, блять. Emperor's Protect, блять. Просто блеха-муха. Давай. Сенсор хоть подберем. Эти отвлекалки-то нормальные. Ну, не то чтобы прям это. Имба. По крайней мере, с помощью них нормально вытягивал всякой хероты, блин. Так. Где чужой? Дальше, дальше по этому коридору. Да хорош, блядь. Дальше, дальше. Так, еще одна дверь заперта, да? Сеньор-консультант. Старший консультант. Оп. Ты на месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. А ты откуда меня видишь, где камера висит?
Я разве что он это... О, ни хрена себе. Шкелетик. Шкелет. Давай, ой, что-то там взять можно. Ой. А нахер? Давай. Нахер вообще-то ты нанул нужен, если я его нигде использовать не могу нормально. Так, мало медикаментов. Нам нужно больше стимуляторов. Амфетаминчиков, что ли, блин? Кульман раздает их, говорит, направо и налево. Наведался в ламбулаторию 16 раз. Надо вести нормирование. Буду в препаратах нуждаться. Может, он, говорит, Кульман куда-то их... Да он сам морфинист, наверное. Так, ошибка. Невозможно. Подальше. Карантин в госпитале. Вот то, что мы нашла. Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Найди его. Ага, 17.2. Так, только для руководства. Госпиталь Сан-Кристобаль ведем карантин. Нарушение карантина в госпитале. Внимание. Успокойся. Чужой пришел. Я сейчас выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт. Форпост прогресса. Так, право носить оружие. Носить оружие. Вот человек сохранил за собой эпоху освоения космоса. Как защищать себя, близких, свой корабль. Когда от ближайшего служителя закон тебе для десятки стовых лет. Свистополе свирепствует вооруженная преступность. Ага. Чувствуют себя обманутыми жители Севастополя. Их заманили сюда корпорации. Ага. Мыльный пузырь под названием колонизация глубокого космоса неизбежно лопнет. Люди злы, полные отчаяния, готовы получиться друг против друга. Принятые недавно службы безопасности меры по противодействию торговле черным рынком лишь усилили всеобщую обозлобленность. Каждый день станция подходит все ближе к краю ужасной пропасти. Все это, блин, выглядит так, как будто это Севастополь, типа СССР, типа Россия. На самом деле это у вас там, у капиталюк все вот это вот говно лезет. Так. Найти пропуск доктора Морли. Угу. Охереть, здесь куча дверей. И там шатается, судя по всему, чужой. Давай тихо-тихо попробуем. А что устройство не работает? Почему, блядь? Ой. Сука, страшно. Сейчас сохранимся. И выясним, почему пароли не работают. Блядь, дверь заперта, сука. Понятно. Понятно, понятно. Сука. Так, он как раз попер сюда, где сохранялка вроде. А, нет, сохранялка здесь. Давай сохранимся быстро, блядь. Ай, нет? Где он, блядь? Так. Нужно найти... Ой. О, вон он огромный. Если он сюда зайдет, это будет весело. Он сюда заходит. А нет.
Давай, давай. Быстро, 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 быстро. Закрой себе дверь, блядь. О, сюда пришел. Угу, зашел сюда. Это пиздец, как страшно нахер. Но он слепой, прям натурально слепой. А, он в эту залез, как его, блядь. У меня в роте пересохло. Судя по звукам, он в эту залез. В канализацию хотел сказать. Воздуховоды эти сраные. Так, генератор собрать не можем. Так. Вот, да, он пропал. Свалил нахер куда-то, пидорюга. Страшный, блядь. Так. Давай-ка проверим дорожку туда. Не, давай на обратном пути, блядь. Знаем мы это, пока проверяем, меня уже валят там по черепу. Ух ты, нихера себе, чё это у вас за это? О, это как в этом, в первом чужом. Блять, он опять сюда припёрся. Ой, он здесь. Иди-ка ты в жопу, блядь. Ой. Так, погоди. Ходит, блядь, пятками стучит. Так. Моя задача, что сделать? Чтобы он на меня вообще внимания не обратил, да? Так, значит, там кнопочка. Пиво. И чё, и чё? А я фаер здесь бросил. Морли. Морли. А. И чё? Палаты доктора Морли осмотреть.
карту давай. Опять сенсор, блин. Так. Эй. Напиться в уряху вытащил, блин, скотина. Что за фоточки? Фотки какие-то не настоящие, мультяшные рисованные. Sample storage. Прятание под столом мне больше напоминает не чужих, а терминатор. Там Сара Коннор в первой части под столом пряталась. Да ёкарный бабай, а? Угу. Я про другое, что кучу этих запчастей где-то там оставляю. О, сенсор, например. Так, все, пошли. Пока втихаря, в общем, ну как втихаря, пока пешком. Так, это чё? Ух. Шприц. О. Он здесь ходит. Он здесь ходит кругами, падла. Ой! Сюда зашел. Хвост висит. Вот вали нахер отсюда, бля, падла. Он просто очень быстро ходит. Так, он ушел сюда. Ай, ай-яй-яй. Здесь. Куда он делся-то? Скотина сраная, блядь. Так, он сейчас запросто может вылезти. Карта. До сохранялки-то мы доползем, нет. Бля, вот он. А как он здесь оказался? Как он здесь оказался, блядь, скажите. Так, туда не пустило, туда не пустило.
Вот как? Где он? А, там. Ух ты. А, он туда попёрся. Побежали. Понятно. Ладно, хоть я сохраниться успел. Бегать было дурацкой идеей. Но вообще-то я вполне осознанно побежал. Так, в общем. Он меня не пустит. Туда лезем, значит. Ага. Вот он как раз вот здесь вот мне безопасно скажет, что не пущу, не пущу тебя никуда нахер. Прости, вот. Меня, Рипли. Я не могу открыть тебе, пока эта тварь там. Чтоб тебя, Кульман. И чё? А вот это я не понял, кстати. Ну. Типа тупик, что ли, или чё? Скорее всего, нету пик, скорее всего, сверху-то можно свалиться. Так. Соответственно, он меня туда не пускает, значит, нужно налево пилить. Вот дверь. И вот еще третья, так-то, если что. Сначала кто исходим. Блять, сука, ходит рядом. О, ух ты, нихера себе, здесь не маленькая комнатушка-то. А о, это хорошо. Сейчас будем везде нахер свет отключать. Ой, чё? Так, доступ к дверям включить. Чистка воздуха, освещение. Ой. Вот и вали нахер. Что такое очистка воздуха? Спринклерная система, это что, типа там это? О, доступ к вентиляции. Включить. Сигнализация рядом, доступ к дверям, освещение. Так, пока все нахер. О.
Титан. Ух ты! Чертежик нашел. На мину. Так, в общем, я какую-то там херню врубил. Надеюсь, он отвлекся. Ага, вот с обратной стороны поперся. Ты вали нахер туда. Так. Эй. Так, мы здесь были. Здесь есть спасительный стол. Еще есть там вон дверь, которую типа я что открыть не могу, да? Так, понятно. Значит, нужно вот сюда вот пилить. Здесь дверька закрыта. Тихо. О, вход в подземелье. В подземелье. Так, блядь. Так, давай сюда, быстро, быстро, быстро. Чё я тут включил-то, я так и не понял. Угу, я тут шахту-то включил, только нихера не сработало. Так, давай разберемся, что делать. Здесь я закрыл сам, сюда не пускают. Что-то я туплю. Вот давай в энергосистему, получается, пилить надо. Лестниц нет, лестница есть. Ну. Чё-то я врубиться не могу, что делать?
тихо, блин. Что-то здесь до хера проходов вентиляционной шахты. Вот что я хотел сказать. Вдруг оказалось. Так, понятно. Здесь куча проходов. Нахер вы страшный звук включили? Что-то меня туда не пускает. А куда это должно вести? Рядом где-то ходит. Так. О, вон он. Я, бляха-муха, не понимаю, куда пилить. Выключить. Так, доступ вентиляции, освещение. Засек. Ходит со своим хвостом. Пилил туда, куда мне надо, причем. Так, возвращается. Что-то я не врубаюсь. Куда идти-то? Так.
Угу. Что здесь? Подожди, что здесь лежит? Это нол. Амина, что делает? Мина, да? Да, ни хрена себе. Крутая штука. Так, надо разобраться, куда пилить. Помочь доктору Кульману. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. У меня вообще-то подозрения возникли. А вот это что такое? Блять. Пошли, в общем. Где там? Нет? Где пугалка там? Давай там и шуми, блин. Не хочу с тобой встречаться, блин. О, опять сенсор. Так. Этот хмырь бегает. Вот натурально это как его. Надо его к себе поближе держать, чтобы знать, где он там носится. Так, там я точно был. Угу. Открывай ворота, блядь. Так, оба, это он, да? Ай, нет, это, это фонарик просвечивал. Так, ух ты, нифига себе! А я тут еще много где не был, оказывается, наверное. Да? Да, вот, пожалуйста. Опа. Смотреть меню. СВУ. Что такое СВУ? Самодельная бомба. Смертельно опасна людей и андроидов. А у меня это, как его, нихера не хватит запчастей на ваше вот это вот приключение, блядь. Чтобы одну бомбу собрать, нужно 3 аккумулятора. Вы чё, совсем что ли? Давай сохранимся. Да. Оба! Пошёл ты в жопу. Он же тупо материализовался. Меня другой вопрос сейчас занял. Там был проход сейчас только что. Хоба. Я тут пол карты не исследовал и бегаю, это как его, верещу со страха. Куда бежать? Куда бежать? Ага. О. Комнатушку какую-то выход. Чё? А, спрятаться. Так, опять сенсор.
Этанолы пошли использоваться. Охренеть, я понял, в чем прикол. Сюда сразу ставишь запчасти, и место для них освобождается. Бля, пипец. Ага, клей, этанол. Вот столько там этанола где-то осталось. Так, давай назад. А, хер с ним назад. Здесь выйдем. Он дьюти доктор. Дежурный доктор какой-то. Дверь заперта. И как попасть? Private rooms. А, блин! Сука. Да. Но я хотя бы попытался и проверил, что убегать от, блядь, чужих — дурацкая идея. Да он что-то как-то резко материализовался рядом со мной, ну, натурально. Эй. Страшная, блядь. Я так-то эти ужастики survival horror не очень люблю. Не потому что они плохие, а потому что я очень боюсь в них играть, блядь. Ну. Фу, так, там дверь заперта, а нам туда. Сука. Он оказался в private rooms почему-то. Так. Залазим. Залазим в private rooms. Что использовать-то? Эй! Да ну так, ну, не интересно. Он реально. Почему я не играю на максимальной сложности? Там чуваки выяснили, что сложность просто влияет на насколько быстро и часто появляется чужой. Вот и все. Чё ты где там? А, 28. А, надо было посмотреть, где живет он там конкретно. Ага, щиток. Во, аккумуляторы. Охереть. Чё? А, это, блин.
Я вначале бегал, что ли? О, нифига. Это отдельные комнаты, туалетик. Заебца. А что это? А если ты сидишь и кто-то снаружи закроет, выйти как? Так, ладно. Ой, что-то какая-то херня. А, во. А, во. А что не у всех этот щит? Сиксан. Тихо. Ай. Ай. Пошел ты в жопу, блядь. Так. Чистка воздуха. Доступ время включен. Чистка воздуха. А, подожди. Чистка воздуха. О, давай сигнализацию вырубим. Угу. Он услышал сигнализацию. Так. Да иди ты в жопу, блядь, отстань нахер. Так, сигнализация сработала. О, нифига себе, здесь вообще тупичок. Так. Надо его вот сюда вызвать теперь. А чё он обратно ту унесся? Я там, видать, опять что-то нажал. Давай, беги туда, бля. Скотина стоеросовая. Вот обратно пошел. Ух ты! У меня прям волосы на затылке дыбом встали, когда я понял, что он меня сейчас это убьет. Угу. Страшно, так как юкарный бабай. Вперед мы ходили, просто тупо проверим.
Дофига что бросил, да? Туда не пройти, нужно идти вперед. Я, судя по всему, что-то не то сделал. Чё не работает, блин? Потому что я вроде как сигналку включаю, а он пробегает и на меня агрится. Вытащил меня скотина из этой, из вентиляции. О, батарея кончилась. Что это? Так, вот мы добрались до того места, где это. Прогресс. Да нахер в жопу, блядь, страшный нахуй. Так. А чё опять пар пошел, я не понял. Опять не работает. Эй. Ох. Так. Страхолюдство, блядь. Здесь был, нужно. Экономим батарейки. Нихера себе он там носится. Так, здесь был. Ой. Ну и чё? Чё ты встал там, блядь, скотина?
Он же натурально меня нервирует. Успею, не успею дойти. Ох ты, нифига себе. В общем, тут в игре все время надо ходить. Это втихаря. О, пропуск. Это что, докторишка что ли был как раз? Флайер, ой, флайер. Нетушки, давай откроем. Нам бы нам сохраниться. Так, доступ у меня есть. Здесь еще одна комната. О, я главное отсюда прошел. Ага, давай-ка отвлечем его как-нибудь по возможности. Чистка воздуха здесь, сигнализация здесь. Ж. Эй, погоди. О. Все, иди вали там, ищи. Эй. О, нифига себе, фаер она бросила на землю. Duty доктор. Комната отдыха. Обнаружил пациент, который заперли в комнату отдыха на несколько дней. Все время был вынужден слушать этот бред про красивые восходы и жену, которая жарит дома бекон. Приказали чистить помещение перед предстоящим демонтажом, но никто не освобождал на исполнение наших обязанностей. Ага. Тихо, блядь, давай. Общее. Тревожное расстройство, перелом берцовой кости, подозрение внутреннего шива, пациент ведя себя нервно, хорошо реагирует на мои попытки общения. Игра в шахматы, спорт для нас собой снять стресс. Ошибка, утилиты. Блять, ой, блять. Ой, блять. Тут же дверь заперта. О! А я могу здесь выйти, я понял. Все, давай открывай ворота. Так, отсюда будем сваливать, судя по всему. Где ты, блядь? Ну я так и думал, что вот я ворота открою, и он будет там появляться. Ну, ходить через новые двери, в смысле. А, ну логично. Предполагая, что я типа открою эти ворота и в них же попробую сразу сбегать. А мне там чужого подсунули. Вот про это я и говорил, что здесь особого смысла нет ставить большую сложность. Просто чужой будет появляться неожиданно,
чаще, вот и все. Нелогично, а именно там, куда ты поперся, вот и все. Хера себе, какой высокий. А нахер фаеры вообще нужны-то? Ой. Ой. Я думал, он сейчас залезет. Но это он типа сейчас убежал. Типа меня найти не может, поэтому расстроился и убежал, да? Фух, а как вот в эти попасть? А чё в этой комнатушке нихера не, да? Ой, блядь. Так. Отсюда сваливать или оттуда? Откуда? О, дверь почему-то заперта. А нахер с вами? Ай, все, пипец. Ну, вот это было вообще нечестно. Он прям за дверью оказался. Так, я, наверное, тоже скосипорил в том плане, что датчиком-то нужно было проверить, не датчиком этим. Я не сохранился. Сразу пришел. Я еще ничего не сделал, он сразу появился, блять. Вот так вот. А этот мужик с камерой сидит и наблюдает, кстати. Так, вот сразу же у нас. Да отстань! Скотина, блядь. Ну встань. Ой. Ой, иди в жопу, а. Вылезет.
в этот раз часто дохну. Тут тупичок, тут комнатуха. Ну вот он сразу его слышно, приперся, блин. Сохраниться бы, блядь. Где сохранялка-то? Далеко. Здесь еще две комнаты. Минимум. Их три комнаты. Вот он свалил опять наверх, скотина. Так, здесь я был. Так, обнаружил пациента, медкарта, блять. Пип-пип-пип, пип-пип-пип, да-да-да-да-да. Давай сохранимся, блядь. А то я тут это... Чё подождите-то? Ну хорошо, я подожду. Или чё, нет? Не даёт, да? Чужой, блин, материализуется прям за стеной, за дверями, блядь. Скотина. Чё, достать не можешь хвостом, что ли, да? Блять, падла. Вот так вот надо играть, блин. Беготню и заниматься просто, вот и все. Здесь что, все норм, да?
Ну ты иди туда, блядь. Что у меня перед лицом происходит? Что это такое? Что этот прикол с очисткой воздуха, я не врубился, честно говоря. Или типа подразумевалось, что отключая чистку воздуха, у меня типа зрение будет хуже становиться. Жопу, иди отсюда, блядь. Мне как раз туда и надо, я сохраниться хотел просто. Башку свою вертит, блин. Он реально тупо контролит места, куда типа надо идти. Уважаемым пацанам. Сейчас меня завалит. Ой. Как он так оказался прям сразу там? Мне просто повезло, что он Харри в другую сторону был повернут, да? Пошли в жопу, блядь. Страхолюдство какое-то развели. Ну хоть сохранюсь, бля, пиздец, бля. Надо было, блядь, сразу все это сделать, бля. Раз, два, три. Три комнаты у нас там впереди. Первое.
Ну, это чужой вылез. Вторая. Ага, аккумулятор здесь есть. Ой, он вылез из этого, из люка, по которому я лазил обычно. Он из этого. Так. Так, это хорошо. Теперь надо зашкериться где-то. Чего? А, установить подачу энергии. А, прикиньте, я хотел в обход бежать. Оказывается, все правильно сделал. Здесь три комнаты, блядь, не пройдены. Вернуться доктором. Дверь заперта. Ой, давай-ка сохранимся. В кои-то веки, блядь. А кто ты такой, докторишка? Мы поняли, блядь. Ну, вообще-то правильно он поступал. Деконтаминация всегда. Кульман, ты знал, что там эта тварь? Клевета, я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 17.02. Все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Мне кажется, сейчас будет Кульману... Пиздец наступит. Пропофак, как говорится. Так. Мне-то что делать? И все, сейчас вещи соберу и пойдем. А вон у него как раз люк над башкой. Сейчас мой пиздец наступит. О, не с той стороны. Как к нему попасть? У него же там... Вот так, значит. Хоп-хоп-хоп, только оттуда можно попасть в него. Как к нему попасть? Вот тут какой-то проходец имеется.
Здесь дверь заперта. Тут сохранялка. Давай-ка сохраним. Угу. А и чё, и как? А, имеется в виду типа по это по кругу, что ли? Ну давай попробуем. Так, это куда? Ну тут мы явно были, да? Не, да, были. Да, были. Это похер, блядь. Непонятно. Чужие сраные, блядь. Так. Senior Consult, это понятно. А чё устройство-то не работает? А как к этому дебилу теперь попасть? Так, быстро. Хоба. Потом мы тут нашумели. Так. Здесь дверька закрыта, да? О, а я здесь и не был. Как знал, как знал. Патроны, которые, ну, не то чтобы бесполезные, я так понимаю, в андроидов-то завалить можно с револьвера. Просто тупо замучаешься. Ничего здесь? А, ну давай используем. Так, здесь вышли. И на лифте надо свалить нахер. Как просто непонятно к этому попасть. К врачу. Ой. Что-то я не понял. Как к тебе попасть, дураку, блин?
А. Фух. Поехали. Фух.